Новый рекорд стройки века. С момента открытия по Крымскому мосту проехало больше автомобилей, чем за два года через морскую переправу. Общий трафик распределяется практически равномерно, как с полуострова, так и в обратном направлении. Со всеми подробностями собственный корреспондент телеканала «Крым-24» в Керчи Светлана Ермельченко. За 7,5 месяцев с момента открытия движения по Крымскому мосту новой автотрассой воспользовались 3 миллиона 528 тысяч легковых и грузовых транспортных средств. Только в декабре по мосту в обе стороны проехали 255 тысяч транспортных средств, и более четверти из них – это грузовики. Общий трафик по направлениям на Тамань или в Крым распределяется практически равномерно, но в грузовом движении преобладает крымское направление. Я напомню, что с момента открытия движения для грузового транспорта с 1 октября 2018 года в сторону республики по мосту проехало более 90 тысяч большегрузов. По итогам первого календарного года среднесуточный трафик Крымского моста составил около 15 тысяч автомобилей. Это выше прогнозных оценок. Ранее предполагалось, что в первый год эксплуатации автодороги интенсивность составит 12-13 тысяч машин в сутки. Суммарно с момента открытия моста для движения сухопутным путем между Крымом и Краснодарским краем воспользовались больше автомобилистов, чем Керченской паромной переправой в 2016 и 2017 годы вместе взятые. Объем перевозок морским путем за два года составил чуть более 3 миллионов транспортных средств. Светлана Ермельченко, Олег Черемисов, Новости 24, Керчь.